Студенты Ханты-Мансийской медакадемии показали губернатору, на чем они учатся. Сегодня Наталья Комарова посетила обновленный симуляционно-аккредитационный центр. Теперь он оборудован современной аппаратурой, которая позволяет будущим докторам тренироваться и сдавать первичную медицинскую аккредитацию. В центре обустроены станции сердечно-легочной реанимации, неотложки, учебно-операционная. Здесь студенты могут оттачивать навыки первичной врачебной помощи, различные хирургические манипуляции и готовиться к практическим занятиям. Например, тренироваться выполнять инъекции, накладывать повязки и выполнять другие манипуляции. Отмечу, что симуляционный центр медакадемии открыт при поддержке округа и Роснефти. Нам были выделены финансовые средства для того, чтобы оборудовать это помещение, закупить необходимые тренажеры, фантомы. В результате у нас есть педиатрическая палата. Ребята могут у нас отрабатывать навыки ухода за детьми новорожденными, за младшего возраста. Мы можем на средний возраст перестроиться. У нас есть такие фантомы. У нас есть очень важный пункт. Мы даже здесь с департаментом социального развития округа отработали, уже подготовили 87 помощников по уходу. Это станция по уходу за маломобильным пациентом.